Ну, из рандомных бывает. Кто такие мини-боссы? Рейд-боссы хоть или просто? Пять секунд. Мини-гандозер, понял. А чё, там разве миниган был? Мне просто не повезло чуть-чуть. Блин, так не кайф рандомить, просто жопа горит уже с этого. На скотобойне тоже сижу, рандомлю с этой турелькой. Турельки два выстрела с команды? Ага. Тысяча выстрелов примерно. Что я зря выбежал. Тоже уже рестарт походу надо делать. Ну я сейчас конверчу и бегу тогда на ласт траке. Самый хороший. Наверное, да? Или нет? У меня же тут маршруты разные с каждого трака. Конверты... Блин, конверты топчные просто. Да-да-да, я его конверчу, он сальтуху делает. Тройную куда-то за угол. Move.
Блин, хорошо он как-то на хит-стрите встает 3 часа от земли. А сразу поднимается, идет. Я выпил фляжку. А нет, не зря. Сейчас я. Он не конвертит их! Хороший ассал. Прям сейчас законвертится. Че такая? Заменить его. Ясно. Блин. Что у них по ХП больше половины? Тут турельки сейчас расстреляют. Пока. Минус один. Еще один есть. Еще один есть. Но если он сейчас промахнется,
Я делаю сальтуху, наверное, просто в окно. Ну это шутка, да, то есть? Ну ладно, у меня конверты нормальные еще. Сальтуху сделаю попозже. Походу тут шанс промахнуться выше, да, чем попасть. Я не шарю, конечно. Не эксперт. Да? Все. О боже, зря это делал. Блин, слушай, походу они не из-за конвертов меня тогда зарашили, из-за того, что пакет забрали. В смысле, какой баллон? Чего? Че еще расскажете? Ну что, два дозера я умираю? Ясно. Да, все дело в конвертах было. Осталось хит-стрит пройти.